Всем привет, моя любимая. Вот такой вот макияж у меня получился. Сам процесс будет дальше. Приятного просмотра. Пока волосы еще полностью не смылись, давайте я сделаю макияж. Сначала блеск для губ, чтобы увлажнить губки. Нанесу. Он проявляется в розовый. Ой, обожаю этот аромат, обожаю этот блеск. Ох, райское наслаждение. С Faberlic, кто не знает. Там два, кстати, один розовый, один голубенький. Моя любимая база, которую я использую не каждый день, но использую. О, такая холодненькая. Прям такой релакс. Такая разноцветная. Нежно распределю по всей коже. Прям многовато я наношу. Просто я реально очень люблю эту базу. Тошнота надо вот такая вот бюджетная находка. Заказывала на Валберис. Наверняка про нее уже все знают. Смотрите, сколько у меня уже осталось этого корректора, то есть консилер, бронзер. Называю корректор просто. Я настолько люблю это средство. Смотрите, что я обычно делаю. Обычно я, конечно, делаю вот здесь, вот засветляю, осветляю, да? Вот такие более темные места, приподнимаю вот так вот вверх. Вот так вот вверх рисую. Сегодня нанесу под глазки. Обычно не наношу, потому что, знаете, очень быстро заканчивается. Также такими вот треугольничками под глазками. На подвижное веко наносить этот корректор не буду. Теперь нежненько распределяю. Продукт сам по себе достаточно плотный. Нужно к этому, конечно, подойти максимально аккуратненько. Немножко так разогревая. Медленно вбиваю. Через некоторое время, правда, нужно поправлять макияж, потому что он имеет свойство забиваться, потому что достаточно тяжелая структура, сама текстура. Но все равно мне нравится эффект. Также сейчас я наношу на слизистую. Этот корректор. Так как у меня часто краснеют глаза, это смотрится достаточно болезненно. Я просто забеливаю. Глаза себя чувствуют хорошо.
У меня нет белого карандаша, все забываю купить. И вот я, знаете, так попробовала, и нормально все с глазами. Немножко здесь вот подправлю. Влюбилась снова в эту основу. Она мне прям подходит. Ну да, немножко все же отличается с шеей, но я сразу и на шею наношу. Ой, приятный холодочек. Ну и с пончиком своим все распределяю. Я этим спонжиком вообще могу любые продукты распределять, даже тени. Этим бьюти-блендером. Тени, корректор. Все, что надо. Мой любимый стойкий консилер. Нанесу на все подвижное веко и верхнее веко. До выходных не забрала заказик Фаберлик. Надо будет забрать. Там у меня уже, если я не ошиблась, база для теней. Под тени. А то я один раз сказала, заказала, потом смотрю, нет в заказе. А я же, знаете, закажу, потом переделаю, потом, видно, забываю. Вот, допустим, думаю, ой, вот это забыла. Снова переделываю заказ. Думаю, не поняла, в чеке нету. Я сначала думала, что не вложили, не доложили. Оказывается, это я переделала заказик и забыла. Надо было хотя бы скриншот сделать. Теперь мне на будущее. Пришлось мне подружиться с этой пудрой банановой, потому что знаете, что мне пришло в голову, когда я пересматривала видео перед загрузкой? Думаю, как это я отдам эту пудру? Я наношу кисточкой на свое лицо, у меня еще было воспаление, и не дай бог, вот это все передастся ей на лицо, да, ну там девчонки, которые я отдам, например, подруги, там племянницы. Не, это как-то не. Уже если дарить, то новую. Тем более у меня как раз было воспаление. Если вот как сейчас, да, такая чистая кожа, а то не, думаю, не буду. Хотя оно и мне может как-то передастся снова, да? Но вот я уже пользовалась, ничего не вылазило. Ну, неприятно все равно человеку будет, тем более смотрит мои видосики. Подумать, не поняла. Если бы еще хотя бы была закрытая упаковка, которая не контактирует с кисточкой, там, с руками, да? А так получается, что контакт есть. Хотя мы с подругами там и общими помадами можем пользоваться, и тушью. Но как-то вот думаю, не хочу так обижать человека, то посмотрит, мало ли что у него в голове будет. Не хочется портить впечатления от близких людей, чтобы ничего не думали такого.
Аромат, конечно, такой не очень, даже где-то ацетон мне порой напоминает, но сама пудра нормально работает. Я для себя открыла вот эту, хочется сказать, палетку, этот бронзер в новом свете. Смотрите, сколько я уже его использовала. Смотрите, как я делаю. Вот, допустим, мое веко. Я вот так вот делаю двойной слой. Вот так получается. И растушевываю прям вот этой кистью, которой наношу скульптор. Вот так вот тушую, тушую, тушую. Вы посмотрите, какая красота. Я просто в шоке. Это ж надо вот так было взять, попробовать, сделать. И теперь я почти каждый день так наношу макияж. Мне так это легко. Мне так нравится результат полученный, что я кайфую, если честно, и с удовольствием делаю такой себе макияж. С удовольствием, превеликим просто. Это легко и приятно. Так что не зря купила эту палетку. И, кстати, не скатывается. Вот хорошо, я потом вот так вот убираю этот консилер, да, фиксирую и все. Достаточно стойко. Так. Уже перепутала как. Немножко осыпается. Ну и тени есть тоже, которые осыпаются. Поэтому не стоит заострять сильно на этом внимание. Но мне очень нравится полученный результат. Можно сразу и бронзер нанести. Хотя в качестве бронзера мне не очень нравится этот продукт. Но уже сейчас сделаю, так и сделаю. И здесь уберу потом лишнее. Видите, пятни. Тут как в качестве бронзера я бы на каждый день точно нет. Мой любимый, это все же так и остается, этот вот от Faberlic. Любимейший продукт на века. И вот так вот я распределяю везде этот бронзер. Растушевываю, да, я уже носик редко очень контурирую. Даже порой забываю, если честно. Как-то вот нос меня, ну, мне нравится мой нос. Особо как-то, знаете, не хочется его изменять. Ну, так иногда для галочки так проведу кисточкой и все. А вот сейчас в настоящем так происходит. Так. Сделаем такую дерзкую девочку, да? Под цвет волос. Обычно вот я вот так вот наношу, да, на каждый день, хорошо распределяя и растушевывая. Но сегодня немножечко сделаем по-другому. Все же под цвет волос возьму из этой старой палеточки вот этот оттенок. Я все же потом использовала его, да, когда он поменял цвет. Ну, это мой любимый оттенок был, ну реально. Прям такой обожаемый. Я как сделаю им макияж, вот даже одним цветом, я прям тащусь, ну тащусь. И нанесу на подвижное веко. Такой вот этот нежненький макияж. Потому что волосы очень яркие, хотя уже и смываются после третьего мытья. Так. Типа так подчеркнуть,
чтобы был такой цвет. Если просто будут и глаза яркие, и губы яркие. Не, я нормально, но сегодня... Я нормально к этому отношусь, но сегодня мне прям хочется, знаете, что-то более понежнее в глазах. Такой лавандовости. Да, вот так вот. Нежно, небрежно втушевать туда, куда надо. Чтобы не заглушить этот цвет, но добавить немножко этой лавандинки. Ой, обожаю. А нижнее веко более ярко, более интенсивно подчеркну этим цветом. Хотя особо ярко не подчеркнешь. Моя красавица тушь любимая от Vivienne Sabo. Я вот прям ее полюбила. Кисточка, конечно, желает быть лучшей. Я выбрала немножечко не мой формат. Буду заказывать еще Vivienne Sabo. Только я там уже насмотрела другие кисти. Но сначала надо закончить это. Не надо мне так много набирать. Оно же сохнет все. Потом выбрасывать. Нет. Некуда спешить. Еще время есть. Надо эту тушь использовать. Потому что денег много уходит. Знаете, вот так вот в мусорку прям у меня. В прямом смысле. Поэтому спешить некуда. Зачем мне три туши? На каждый день вообще отлично. Сейчас буду и второй слой наносить. Просто долговато, не хочу вас задерживать с тушью. Да, и на нижней реснички тоже. Я люблю, когда у меня нижнее веко подчеркнуто и ресницы, и тенями. Мне нравится. Ой, девочки, мальчики, это мой любимый хайлайтер от Eveline. Я пользуюсь и наслаждаюсь. Смотрите, стало еще меньше. Так обильно. Без экономии. Наношу эту прелесть, обалденно красивую, сияющую. Да, так, тремя слоями. О, все это оргазмически, просто вы посмотрите. Вот это да. Вот это красота. Ух, не могу прям, как мне нравится, как я тащусь. Буду заказывать еще, когда это закончится. Еще хочу новые попробовать какие-нибудь. Да, но три слоя, ладно, это многовато. Ну, просто я хочу вам показать прям весь сок. На порой я, может, два слоя от силы наношу. Хочу показать вам весь сок этого обалденного хайлайтера. Сочный сок. Дивный блеск. Вау! Конечно же, моя любимая помада. Это сок. Думаю, знаете, возьму сейчас пальчиком. Сначала проработаю губки. Чтобы сделать такое размытие
чтобы контур не был таким четким. Иногда мне не хочется этой четкости. Иногда хочется вот такой вот, вот именно по контуру размытости, что там музыка играет, наверное, будильник, что ли. Мамы таблетки. Сейчас 8 вечера. Да. И теперь, чтобы поярче было, наслою. Мама встала, да. Сейчас крик будет. Шуму. И еще ярче. Когда вот так время есть, я сижу и намазываю, тушую. Вот прям и наслаждаюсь моментом. Не всегда снимаю, правда. Вот, что-то я запустила этот момент. Эффект получился немножко не тот, который я хотела. Мне недостаточно яркости в помаде. Поэтому я хочу этой кистью. Немножко добавлю блеска. Вот так чуть-чуть. И этим вот карандашиком немножечко подрисую брови, чтобы, знаете, я такой рисовальщик бровей, не знаю, вот не хочу рисовать брови, хоть ты тресни, но чуть-чуть надо поярче сделать. Вот такой вот супер легкий макияж получился. И глаза такие сдержанные, да? Было бы чересчур уже, конечно, если бы глаза были сильно яркие. Вот такие яркие волосы, это было бы уже совсем слишком. Как по мне, не хочется мне сегодня такой яркости. Вот такая красота, губки. Так, достаточно миленько. От души благодарю за просмотр. До новых встреч. Целую. Пока-пока.